Историческая память – один из самых ярких проектов в Рязани. К сохранению памяти о значимых событиях, великих земляках и важных местах родного края партия власти относится весьма щепетильно. Впрочем, не менее важны и три других инициативы. Народный контроль, российское село с поддержкой аграриев всех видов, а проект «Здоровое будущее» и вовсе перешел в разряд базовых. Обеспечение качественной и доступной медицинской помощи – это одно из главных требований людей к обществу и к власти. И оборотная сторона этой медали – это формирование мотивации к ведению здорового образа жизни. Нам необходимо все-таки людям доходчиво объяснять, почему они должны сами отвечать в первую очередь за свое здоровье. Ну и, конечно, в то же время нам необходимо профилактические мероприятия проводить постоянно и системно. Истина – это старая, но не теряет она своей актуальности. Болезнь легче предупредить, чем лечить. Всего партия власти в Рязанской области реализует 15 проектов. Историческая память – самый широкий по охвату. Его называют «проект проектов». Бюсты, обелиски, музеи, местечково важные точки есть во всех муниципалитетах, поэтому было бы неплохо закрепить каждый из них за какой-нибудь организацией. А в увековечивании местных героев России Рязанской области вовсе в лидерах. Рязанская область одна из первых включилась в подготовку плакатов, которые, в общем-то, олицетворяют каждого из ныне живущих и уже ушедших героев России. Ну, важным таким событием стало открытие бюста Роману Владимировичу Соколову буквально недавно. И большинство школ сейчас отданы эти плакаты. Молодежную активность кураторы проектов намерены использовать в плюс. Например, к народному контролю подключат студентов вузов и профтехучилищ. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».